Я не могу сплойки на Твич выйти, чтобы писать сообщение на стриме. Сплойки на Твич выйти. А на плойке что ты не пишешь? А, нифига себе, тебе независимость. Гостиничная карта ключ. Черт, а от чего эта карта? А от чего же она? Сейчас эти придурки вернутся. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу, так хрустят противно. Ребрами своими. Нифига себе! Не знал, что они тут ползают. Я думал, что я могу от них здесь спрятаться. Нету оружия, прикинь. Она в начале вот этого второго эпизода берет такая и роняет пистолет, прикинь. Фигерт, привет. Ты чего вопрошаешь? У тебя какой-то вопрос? О, смотрите. Чтобы на солнце записать, нужно в Твич зайти. А у меня ошибка. Слушай, да ты чё? Чем? Бутылкой? Я шумлю! Мадафака! Ай-ай-ай-ай, бегом! Уносим свою задницу. Люсь, а с билайновских смартфон или планшет от Twitch может? Ну, конечно. Какая разница? Какой планшет? Главное, чтобы туда Twitch можно было установить. Если он у тебя на андроиде, то можно, конечно. Даже что значит смартфона или планшета билайновского? Он у тебя называется Билайн? Или у тебя симка там Билайн? Ну, в любом случае можно. Ты чё такая шо? Действительно. Я вообще... Ребят, целыми днями бы... Ну вот у меня сейчас социальная сеть, можно сказать, моя, это Twitch. Я все время на Твиче захожу, смотрю чьи-то стримы. Правда, у меня на работе сейчас что-то с интернетом. Он работает, короче, не знаю, раз в неделю, наверное, нормально. Вот, а вообще я постоянно смотрела стримы. То Вовин, то еще чей-нибудь. Ну, с телефона со своего включаю и все. А тут нет пересечения с основной игрой. Есть. Тут как бы Тартаус. Тут вообще показывают абсолютно параллельно, да, что делает. Как ее зовут-то? Что делает, короче, эта тетка во время того, что происходило с Себастьяном. То есть постоянно они пересекаются, постоянно. Вот сейчас, я не знаю, помнишь ты или нет, глава, наверное, 11 или 13, блин, я не помню. Короче, вот эти вот разрушенные здания, в общем, Себастьян в разрушенном городе оказался, да, внутри здания такие еще были ловушки, ядовитые, ядом так все было облито. В 2005 году, ну, блин, смотря какой у тебя телефон. Если у тебя не смартфон, то, конечно, ты не сможешь. Трафик сколько жрет? Ты у меня спрашиваешь, я кекс?
Картошка. Чего пройду-то сегодня? Как знали, что я пришла и даже не ужинала. То картошку, то эклеры. Вот я забежала домой, я же написала, что я сегодня стримить буду. Короче, если я написала, то это значит стопудово, что я буду стримить. А я сегодня поздно освободилась, я даже, блин, ничего, короче, не емши, не пимши. Начала играть. Я вовсе пройду. Да проюшек. Кидман ее звать, да пофиг. Еху. Еху, привет. А мне учетную запись по СН забанили. А ты что там натворил-то, Денис? И как, за что интересно, банят на 3 дня? Блин, у меня моль летает. Ну вообще. Так, чё я обратно-то пошла? Вот у меня тоже на работе Wi-Fi был. Правда, он был не конкретно мой. Он был у соседей, я к нему подключалась. Что-то перестал работать. Слушай, нет, но она один раз ей привиделась, только не в виде многорукой бабища, а просто вот девушка вот эта с такими длинными волосами, она ее типа напугала, и все, больше она не появлялась. Может, тут двигается что? Ого! Двигается. Да потому что я стримить хотела, вот и не ела ничего, не успела поесть. Чай себе налила. А, достижения дали. Вообще, я никогда на диетах не сижу, я сама по себе худая. Я наоборот пытаюсь как можно больше есть. Блин, а за что мне достижения-то дали? Интересно. Ой, я моль убила. Бедная. Я вообще хотела ее просто напугать. Денис, ты чё хулиган-то такой? Это ты кому написал? Людям, которые стримили? Мэднес, я шутку не поняла. Вот, Дикон тоже спрашивает, почему Макаревич, я тоже не поняла. Я про Макаревича последние новости знаю, что его на Украину перестали впускать. Это как-то связано с ёжиками? Ну, игра-то аппетит не вызывает. Хотя, знаешь, когда хочешь есть, в принципе, пофиг. Мне сложно аппетит испортить. И напугать, походу, теперь уже тоже сложно. Вот меня вот это не пугает. 750 рублей в месяц? Да ты чё? Я плачу, короче, 300 уже, по-моему. Да, 300 рублей в месяц за интернет и за телевидение. Прикиньте, у меня такой тариф крутой вообще. Крусадер. Круз, буду тебя называть. Здорово. Здорово из Питера. Да, 750 что-то. Много. Ой. Пропалили. Блин. Так, надо быть внимательней.
Блин, что он какой-то, блин, офигевший. Я создал этот мир. Успею я его убить? Давай, 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 давай. Yes. Меня напугала Эллин. Слушай, да, она действительно страшная. Причем у нее именно... Ну, вот меня звуки всегда больше всего пугают. И там вот очень страшно сделано. Вот это вот дыхание чужого. Как он появляется резко. Я даже сейчас помню его, вот эти тяжелые шаги. Вообще круто было. Клевая игра. Ты тоже диск продал? Вы чё? Чё вы продаете-то все? Ребята. Сколько по времени DLC? Слушай, а вот я сейчас второе DLC прохожу. Оно состоит из двух... Ай, не заметили. Оно состоит, значит, из двух частей. Первую часть я прошла за 2,5 часа. Вторую, если тоже сколько же, то получится 5 часов. Нет, я в реале ее убила только что. Я убийца, ребят. Блин, нифига себе. Зачем я это сделала? Ой, Денис, не спрашивай, это полный бред. На плече, главное. Короче, это обозначает то, что я могу прижаться вот так вот. Потом я могу приманить врага, но я этой фигней вообще не пользуюсь. Мне не нравится. Что за провайдер у тебя в Питере? А ты что, знаешь питерских провайдеров? У меня инфолан. Как думаешь, Хидео не подведется? Да Хидео уже его не делает. Если бы он делал, то он бы не подвел. Хотя, может, это и неправда. Может быть, он делает все-таки. В прямом эфире, блин, убила. Вообще, мне тоже так... Смотрите, топор надыбало. Да, я с тобой согласна, я поступила жестоко. Да блин! Валетный. Да блин! Пристал такой банный лист к заднице. Да отвали ты! Да ну! Меня Лесли ударил! Меня все ненавидят. Даже Лесли грёбаными руками просто махал. Да блин. Да чтоб тебя. У тебя Билайн домашний интернет? Thank you.